чудная погода. Великолепно. Ну, держит великолепно, прекрасно держит. Лагерь народа. Я погода. Полетели. Можно лететь к домам. Будет прекрасно держать. Что такое ночные полеты? Ночные полеты — это отдельное удовольствие, отдельный кайф. Все видно, замечательно, кайфово. Поехали. Набережная. Родишка гуляет по набережной. Вот такой кайф. У нас погода неплохая. Можно тусоваться. Повезет и дома вылетим. Рыфтов. Вот такой вот кайф. Вот такие вот у нас ночные политушки, кайфушки, балдюшки. Шалом, шалом! Спокойно, легко выходим к домам, потому что хорошая погода очень, держит великолепно. Прекрасный набор, великолепный. Время что-то около 11 вечера. Народ кричит в окна, машет руками, кричат, что есть холодное пиво, садись. Все как всегда. Набережная внизу, дома внизу, все внизу. Очень тепло, по ощущениям градусов, наверное, 19 плюс. Весь Батьям слева передо мной, справа море. Держит прекрасно. Это метеоветер, это не бриз, метеоветер, но работает замечательно. Обычные мои мартовские, февральские, мартовские, апрельские ночные политушки над ночным городом, в динамике. Народ готовится к рабочей неделе. Завтра первый рабочий день. Дома сидят. Вот такие вот у нас погодные условия. Вот луна замечательная, красивая. Крылышко мое. Летаем, кайфуем, балдеем. Даже делать ничего особо не надо. 100 метров у меня уже есть над набережной. Выходим выше. Есть теплые пузыри с моря. Облака работают, но не очень активно. Но, тем не менее, приятные ощущения. Внизу набережная.
Внизу наша сушия, куда мы ходим кушать сушки. Вот такая сегодня погода. Летается, хоть можно всю ночь летать, но пока не улетаешь в хлам. В хлам улетываемся, можно домой. Видно, полно мест для посадки. Если просаживает, пляж освещен, можно спокойно садиться на пляж. Можно лететь на стандартную посадку. Так как держит хорошо, условия замечательные, можно летать. Впереди перед нами Тель-Авив. Вот те вот высотные здания, это 7 километров по прямой, это Тель-Авив светится. Яфу старый, вот за домами, вот прямо за домами башня высокая. Это старый Яфу. Дальше Ридинг, труба, где мы летаем, потом Арсуф. Вот такие вот у нас вот ночные политушки. Целый день очень сильно дуло, и к вечеру вот сейчас вот затихло, можно спокойно летать, без напряжения. Это вот два дома, это башни Средиземного моря, это дома престарелых для богатых ребятишек, для миллионеров. Внизу Вова на старте, не знаю, полетит, не полетит, но тусуется, по крайней мере. Зебра тоже привезла меня. Что хорошо, вон моя посадка. Четкий запад, дует прямо в склон. Великолепно. Глиссада аэропорта Бен-Гурион, самолеты проходят на посадку над Тель-Авивом. Потом делают круг и заходят, садятся. Ну, здесь не высоко, а недалеко, не мешаем. Что? Вот такие ночные политушки у нас. Очень хорошо. Тепло, погода шепчет. Буду летать еще. Сейчас приземлюсь, поговорю с Вовой, поболтаю. И потом еще раз полечу. Может быть, еще и два. Посмотрим. Вот моя посадка. Перед нами Яфу. Вот это Яфу. Это старый Яфу. Прямо перед нами. Справа Тель-Авив, высотные дома. Такая погода. Внизу вечеринка. Кто-то сидит на берегу. Ребятишки балдеют. Устроили себе фонарики, костер. Гуляют, балдеют. Лунная дорожка на море. Классная погода, погода замечательная просто. Ладно, будем потихонечку садиться. Потихонечку будем садиться. Будем сбрасывать. Вот фонарики горят, это зебра. А Вовка здесь рядом же стоял. Чудесно. Великолепно. Еще один газ. И будем садиться. Сделаю перерыв, попью водички. Попы. Ну, может быть, и не попысаю, но посмотрим. И можно будет еще полететь. Можно будет лететь еще раз. Пальмочки мои любимые. И заходим на посадку. Садимся. Плавненько, спокойненько, держит великолепно. Все, приземлились. Вот такие у нас ночные политушки. Вот такой вот кайф. Сегодня ночной кайф. Замечательный. Супер полеты, великолепно. Приезжайте все летать к нам ночью. Пока.